как бы плечо перекрывает и ухожу в эту сторону. То есть не просто уперся первый номер, а такое, я помогаю ему, но я немножко как бы сопротивляюсь. То есть я сейчас, вот вы знаете вот эти два ухода, постарайтесь их сделать. То есть его задача, моя задача как бы оттянуться от него, моя задача ударить его, а его задача уйти из этого положения. То есть я должен постоянно разрывать дистанцию, оттягиваться от него, чтобы ударить. А его задача уйти одним из этих уходов. То есть либо я сюда ухожу, либо на него, либо на него вот сюда выхожу. То есть ваша задача уйти из этого положения. То есть, чтобы он не уперся, если я буду так уходить, он упрется, да, руками. Здесь я просто забрал руки и не даю ему упереться, то есть поддаю тазом и не даю ему упереться руками. Выхожу на него сверху. Я руками поддаю его туда и выхожу наверх. Ну что, на этом наша утренняя часть закончилась. Во сколько у нас, Игорь? Половина третьего. Пол третьего мы продолжим с вами разбирать технику. Сейчас мы как бы коснулись немножко парда, побольше у нас было стойки, немного коснулись парда. Вечером мы, наверное, больше внимания уделим лежа. То есть разберем все моменты, продолжим работать с этого положения и разберем еще другую технику, другие моменты. Спасибо вам. То есть мы здесь уходили через справа, через лево. Сейчас будет такой уход. Когда я поддаю его тазом, а он упирается изо всех сил руками. То есть у меня не получается его как бы скинуть, перекинуть. Что я делаю? Я поддаю, а сам не выхожу на него, а ногами, вот посмотрите, как бы я привстал, а ногами забираю его. Получается, я выбиваю как бы ноги, его забираю. Получается, мои ноги выходят наверх, а его ноги вниз. То есть даже если он сильно упирается, я как бы таз его вытаскиваю из-под него. Когда вот он руками очень сильно уперся, я уже не могу его ничего с ним сделать. Я поддаю, встаю в это время на локоть, и вот здесь, вот он уперся максимально, я просто вытаскиваю из-под него его ноги. Какое упражнение? Очень часто бывает, что не добивают, а вот кто борется, пытаются сделать болевой прием. То есть начинают нападать на руки, вот эти вещи делать. На руки, да? То есть если не добивают, если вы вяжете, бывает просто начинают нападать на руки вот здесь. Причем здесь как бы есть вот этот уход, как бы его надо немножко понять, почувствовать. Вот когда мне делают захват, что я обычно делаю здесь? Я либо выпрямляю руку, просто выпрямляю руку и не даю ему сделать. Либо, вот смотрите, здесь, можно. То есть здесь я могу вот сработать под локоть и как бы вот сюда вот его выворачиваю. Смотрите еще раз, как бы упираюсь вот здесь в локоть. Стопорю как бы руку, не даю ему разогнуть ее. И ему под локоть работаю вот сюда. То есть ему идет рычаг, как бы отодвигаю туда локоть, и у него болезненное ощущение. И сразу выхожу, то есть тазом выхожу на него, выхожу на него сверху. Есть еще, я не даю увести туда руку, я как бы ее забираю вот здесь, вот, блокирую вот как бы тоже, и увожу, можно, ломай. И увожу ее вот в эту сторону, вот. И одновременно как бы ухожу вот сюда. Выхожу на него сверху. То есть его задача будет увести руку мою туда, я ее блокирую как бы вот здесь, держу ее, раз. И увожу ее вот сюда, в эту сторону. И теперь как бы у него руки заняты, плечо вот это занято, я через мост ухожу в эту сторону.
И здесь сразу могу уже тоже проводить. Сейчас попробуйте вот эти вещи. То есть не отдавайте руку туда далеко. Даже когда у вас берут захват, когда берут вот этот рычаг, руку надо к себе. Либо сразу выпрямляете. Либо сразу выпрямляете, либо наоборот к себе, не давайте ее увести. Вот здесь. То есть вы должны ее как бы застопорить. И что, как я ломаю в этом положении? То есть, что? Извиняюсь. Вот здесь как бы рука, она гуляет, то есть она может играть. Вот здесь она уже меньше как бы, понимаете, вот здесь вот свободно, да? Вот здесь чуть-чуть ниже отводим, уже меньше. Еще вот сюда, уже все, она не практически не играет. Видите, уже вот здесь уже болевой эффект. То есть вот здесь вы будете ему долго руку сворачивать. А вот здесь вот, вот раз увел вниз. Вот здесь уже амплитуда, то есть нет той амплитуды. И вот она пошла, вот он болевой. То есть я застопорил и приподнимаю ему локоток. И не даю руку выпрямить. То есть я как бы застопорил вот здесь, да, и не даю выпрямить. Если он выпрямит руку, мне будет очень сложно, то есть. Вот здесь вот я перекрываю, и вот здесь он может уходить через мост. Он может встать на мост и, да, уйти в эту сторону. Тем более, когда у меня руки заняты, он уходит. А вот здесь, ему уже будет сложно уйти. Попробуй, мост. Уже сложно, уже отключается. Отключается мост. Здесь отключается, как бы. Вот здесь он свободно уходит. То есть она позволяет ему уйти туда. А когда я вниз отключаю, раз, вот здесь ему уже сложнее уходить через мост. Вот он болевой прием. Сейчас возьмите и каждый почувствуйте, где, как, то есть как она амплитуда. Вот этот болевой, его надо чувствовать. Возьмите и попробуйте, где у вас будет ломаться. Где будет ломаться. Дальше. И вот здесь вот он уже, чуть-чуть я поддаю, ему уже больно. Стопорю руку. Я не на весу делаю, я застопорил руку. То есть вот здесь он уже ничего не сделает. Он ее не будет, то есть она прижата. И очень сложно ему что-то с рукой. А теперь как бы прижимаю его, прижимаю его к ковру и рукой прохожу под ним. Вот, все, я замочек взял. Теперь моя задача увести вниз вот сюда. И вот я приподнимаю локоток. Болевой прием. Просто вот приподнимаю, и у него идет рычаг. Во-первых, вообще лучше не попадаться, то есть не давать его, не создавать. Но если вы попали в это положение, то есть пока рука здесь, я могу увести ее вот сюда, да? Ухожу через эту сторону. Но когда рука уходит вот сюда, я уже не выйду в эту сторону. И здесь мне, ну как, бывает сложно, да? Что я делаю? Я как бы разворачиваюсь под ним, я ухожу в эту сторону. Можно, ага? Я как бы ухожу вот в эту сторону за своей рукой. Понятно? Я как бы через мост проворачиваюсь. Стоп, я слезь. Я как бы через мост проворачиваюсь вот сюда, вот за своей рукой. Можно, да? Вот сюда вот ухожу, вот, проворачиваюсь за своей рукой. Желательно вот сюда выйти. То есть как бы руку. И здесь, держи. И здесь как бы я увожу руку в сторону головы. Вот сюда разгибаю ее. Если вы в боях, в боевом самбо, очень хорошо проходят вот такие вещи. Я просто бью солнечное сплетение. Видите, как реагирует? То есть, если... Это я не сильно ударил. Если я ударю жестко, я собью ему дыхание, дыхалку. Я бью в дыхалку и сразу ухожу на болевой. То есть, он отвлекается и резко, оп, я перехожу, смотрите внимательно, я перехватываюсь, я бью, и как бы перехват, локоть увожу сюда, а сам как можно ближе вот сюда к кисти перебираюсь. Вот что я делаю. Раз сюда. Вот, видите, ушла рука. Рычаг стал гораздо... То есть, если я буду здесь тянуть рычаг, я не отломаю. А вот сюда я, когда перебираюсь, оп, все, вот пошла рука.
разгибать.